Для Сургутского района такой опыт в этом году стал дебютным. В целом детские тематические лагеря, конечно, не новинка. Такие направления, как искусство и спорт, уже стали для муниципалитета традиционными. А вот изучение иностранного языка в каникулы не практиковалось до 2018-го ни разу. Лагерь «Английский клуб» открылся благодаря механизму государственно-частного партнерства между первой Белоярской школой и администрацией района. Когда подобная идея только появилась в департаменте образования и молодежной политики, организаторы сомневались, захотят ли родители, чтобы их дети учились в заслуженные выходные. Около 90 родителей уже заявили желание. Поэтому, если этот проект у нас удастся, конечно, на следующий год мы откроем большее количество лагерей с дневным пребыванием. Основная задача лагеря, конечно, изучение английского языка. Преподают его здесь исключительно в игровой форме. Предусмотрены и занятия с носителями языка. Например, по скайпу дети будут изучать иностранный с преподавателем из Америки. В Белый Яр же приехал учитель из Доминиканы, который, кроме обучения английскому, будет вести еще и занятия по хип-хопу. Я хочу танцевать для людей. Мне кажется очень забавным, когда дети танцуют хип-хоп. Так что это очень круто, особенно сейчас, летом. К иностранному добавляются еще уроки, например, ментальная арифметика. Сегодня лагерь посещают 30 детей. Ребят от 7 до 12 лет разделили на две группы. И хотя смена только началась, участники говорят, что им нравится такая образовательная программа по английскому языку. Я хочу знать его, чтобы разговаривать с англичанами и понимать их. А сюда я пришла, потому что здесь весело. И можно познакомиться с многими друзьями. В этом году английский клуб проведет две смены. Занятия, кстати, платные. Вторая смена состоится уже в Сургуте. Стартует она 1 июля. Дарья Давыдова, Иван Рябцев, Алиса Анисимова, Карина Сабирова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.